Добрый день, дорогие друзья. Так, нас еще мало, но время говорит о том, что нам нужно начинать нашу встречу. Давайте технически проверим, хорошо ли у нас со звуком, хорошо ли вам меня видно. Хорошо. Ну что ж, мы с вами начинаем наш замечательный вебинар. Потому что это необходимо сделать, потому что это важно сделать. И буквально через несколько дней стартует уже каталог номер 12. Я не знаю, как он у вас, но у меня он вот в таком рабочем состоянии. Вот так вот он проклеен, проложен. Здесь я пишу свои комментарии, здесь я указываю, на что обратить внимание в каталоге, да, и, собственно, этому... Лишний раз подтверждение. Следующий слайд, который говорит о важных вещах в каталоге, с чего он начинается. Ну, давайте будем начинать, конечно, с суперпредложения. Да, мы здесь говорим о фокусах нашего каталога номер 12. И, собственно, так структурно построены все наши каталоги. И в начале каталога мы говорим о, конечно же, предложениях, очень интересных предложениях, о новинках, как правило. Далее мы будем с вами говорить о драйверах, что же важное в каталоге, на что обратить внимание. Супер предложение в конце каталога, предложение задней обложки каталога, мы называем это еще дверью. Да, и здесь тоже обновление очень интересное. Ну и, конечно же, главные продукты, акцент каталога. Вот так структурно. Мы уже не первый раз знаем о том, как и что важно в каталоге, на что обратить внимание, конечно же, на акции. Обратите внимание на цветные страницы, где мы показываем отдельные категории по уходу за кожей, или это декоративная косметика, либо это ароматы и так далее, и так далее. То есть давайте вспомним, что наш каталог – это инструмент, с которым удобно работать. Хорошо. Итак, конечно же, о наших новинках. И хотелось бы задать этим слайдом вопрос, что же такое легендарное, что же такое любимое, а это наша люксовская серия Giordani Gold, которую вы уже, конечно же, на руках у всех каталоги, с которыми вы уже успели познакомиться, почитали, полистали странички, а может быть, приятно удивлены, потому что в свое время, давайте немножечко уйдем историю небольшим шажком. А история нам говорила о том, что где-то порядка 18 лет назад, может быть, 20, наверное, даже вот тогда, Giordani Gold серия была именно в дизайне черного цвета. И этот цвет всем очень нравился. Ну, а потом пришли изменения, в связи с этим поменяли ее на золотую, поэтому, собственно, название прямое отношение к золоту имело, да? А сегодня вот оно такое шикарное, тоже черное. И давайте будем смотреть и будем знакомиться, что же нас с вами ожидает. И, конечно же, важно знать, какой потрясающий состав. То есть мы говорим о декоративной косметике не только о роскоши, не только о цвете. Роскошь, да, наверное, это и важно, и нужно сказать об этом, потому что роскошно не только дизайном серии, но еще и качеством продукта, потрясающие формулы, ну и более подробно, конечно, мы об этом сегодня, собственно говоря, и будем говорить. Для этого наша встреча, для этого наш вебинар. Вы видите сейчас, что мы предложили в 12-м каталоге 4 обновления. И очень хорошая акция, как бы по следам прям идет этих обновлений. Это икона стиля, помада, с помощью которой мы преображаемся необыкновенно, с помощью которой мы предлагаем необыкновенную формулу по уходу за кожей губ и, конечно же, безукоризненный макияж всего за 129 рублей при условии, которые мы предлагаем через новинку. Да? То есть вы приобретаете новинку и, собственно говоря, вот такой замечательный формат помады за 129 рублей вы сможете приобрести. Итак, более подробно о каждой новинке. Сейчас мы с вами находимся в уникальном предложении. Это обновленная тушь, она же ультра удлиняющая тушь. Безусловно, это незаменимый
продукт, незаменимый инструмент, скажем так, в исполнении нашего макияжа. И, скажем, завершающий штрих макияжа в выполнении в области глаз. Без туши глаза будут пустые, не настолько четко выразительно открытые, да, а мы говорим о том, что глаза – это зеркало души, поэтому тушь – это очень важно, это необходимо, и самое главное – качественная тушь, о которой мы с удовольствием хотим вам сегодня рассказать. Да, первое основное качество данной новинки – это удлинение. Удлинение и дополнительное удлинение здесь мы предлагаем специальные ворсиночки, микрофибровые ворсинки, которые дают нам дополнительное удлинение. Вот такое еще одно важное дополнение к данному продукту. Вместе с этим хотела бы рассказать вам про уникальный состав. Да, в формулу входит, например, такой основной компонент, как смола салового дерева. Это очень интересный ингредиент сам по себе, то есть он дает возможность покрывать каждую ресничку и еще обладать лифтинговым эффектом, что, собственно говоря, дает ровное, равномерное разделение и качественное прокрашивание каждой реснички от одной к одной. Плюс к этому мы еще предлагаем 6 природных восков, что, собственно, также обладает этим же свойством. Ресницы будут красивые, ресницы будут правильно подчеркнуты, очерчены и правильно прокрашены. А вместе с этим мы предлагаем, конечно же, и ухаживающие компоненты. Здесь состав входит пантенол. В свое время, да и, собственно говоря, и по сегодняшний день, у нас существует замечательный кондиционер для ресниц и бровей, который обладает именно этим свойством. То есть основное свойство пантенола – это ухаживать, не давая обезвоживаться ресничкам и, естественно, волоскам в области брови и защищать их от вредного воздействия окружающей среды. Почему? Потому что туши бывают разные. Здесь мы сейчас говорим с вами о ухаживающем компоненте, о уходе и красивому декоративному направлению, но есть, например, такие туши, как водостойкие туши. И под них мы обычно всегда рекомендуем использовать вот такие дополнительные продукты, как кондиционеры, ухаживающие, интенсивно увлажняющие и не дающие обезвоживанию собственной влаги в волосках. От этого нанесение туши становится более качественное и равномерное. А здесь этот пантенол уже включен в формулу, поэтому, сами понимаете, формула более ухаживающая, более качественная. На это обратите внимание, и это нужно сказать нашему клиенту. То есть мы даем не только декоративное направление, но мы с вами даем еще и качественный уход. Помимо этого, да, то есть мы уже дали хорошую защиту и увлажнение, но мы включили формулу очень хороший витамин группы Е, который дополнительно ухаживает за той зоной, собственно, мы говорим сейчас о ресницах, защищаясь от действия свободных радикалов. Да? То есть наша задача не просто сделать декоративную зарисовку, да, подчеркнуть наши достоинства, но еще и максимально защищать то, на что мы наносим нашу декоративную косметику. Конечно же, нужно сказать о дополнительной рекомендации. Мы уже с вами сказали о том, что глаза – это зеркало души, что закончить макияж этим свойством обладает именно тушь, и сейчас она у меня в руках, потому что не могу не взять, мне нравится очень дизайн. Вот такая красотка. Теперь вы сможете быть обладателем этой замечательной продукции. Да, хотела рассказать о, что можно еще порекомендовать. Конечно же, это тени, и мы сегодня будем говорить. Было бы актуально рассказать про это же направление, про обновленное направление. И, конечно же, контурные карандаши, либо подводки вы можете также использовать, да, что не только макияж в области глаз будет у нас через тушь предлагаться. Да, то есть вот эти моменты не забывайте. Отсюда же и балловый заказ. Да, то есть мы не только предлагаем тушь, но мы еще и говорим о том, что вы
можно было бы порекомендовать, чтобы сделать правильный профессиональный макияж. Следующая наша новиночка – это антивозрастная тональная основа. Хочется рассказать, почему, потому что очень много мастер-классов я уже сделала. Мы, как сотрудники компании, все уже протестировали этот замечательный продукт. Давайте начнем уже сразу с демонстрации. Вот так теперь выглядит наша тональная основа. Это матовая туба стекла. Пузырёчек вот такой, да, черная крышка с золотым кольцом, очень дорого смотрится, вот такой замечательный дозатор тоже дорогой, да, черная основа самой помпы и в золотом кольце, очень красивые правильные цвета. Коллекция палитры состоит у нас из пяти оттенков, которые максимально подходят к нашей коже, да, обладателей кожи центральной полосы, поэтому я думаю, что вы все будете довольны и найдете свой оттеночек. Вместе с этим я всегда, как профессионал, рекомендую не останавливаться на одном. Не будем забывать, что более светлая кожа у нас в холодное время года и более теплый оттенок приобретает в теплое время года, да, то есть это лето. Соответственно, она и потемнее, посмуглее, более интересно выглядит, загорелой, одним словом. Вот, поэтому вы можете приобрести самый светлый, самый темный оттенок, миксировать их, да, вот выводя на тыльную сторону ладошки, получать то, что нам с вами необходимо, то есть добиваться того нужного цвета. Если вы обладатель очень желтого цвета кожи, значит, соответственно, сделайте ее более здоровой, осветлите ее или добавите розового пигмента через нашу палитру тональных основ, ну и так далее, так далее. Да, самое главное, чтобы не, если это недостатки, значит, мы их устраняем, если это преимущества, и мы хотели бы это показать, то мы это покажем. Итак, ровный тон, качественная кожа, идеальный здоровый цвет лица – это самое основное преимущество новой тональной основы, нашей новой антивозрастного продукта, которая очень идеальна и обладает очень интересным свойством. Например, при нанесении шелковой жидкой текстуры через буквально несколько секунд кожа превращается в пудровую, бархатистую. Вот такой идеальный вариант. Ну и, конечно же, хотелось бы рассказать про защиту. Здесь у нас защитный фактор степени 8. Конечно же, очень хочется вам поведать о том, что у нас в составе самый богатейший экстракт, это экстракт белого трюфеля. Да, вот такая французская кухня у нас в нашем новом Джиордане. Вот, поэтому, пожалуйста, вкусите это качество, эту защиту, это омоложение, это уникальное нанесение. Можно рассказывать очень долго, но нужно, конечно же, демонстрировать, нужно проводить мастер-классы. Прежде всего, нужно через себя все это пропустить, скажем так, да, узнать качество необыкновенное. И только в этом случае мы можем порекомендовать приобрести еще какие-то продукты. Прежде всего, еще раз подчеркну, это мастер-классы, это тестирование через себя. И дальше, конечно же, если мы говорим и добиваемся профессионального макияжа, то это хорошая база ухода через средства, которые подходят вашей коже, я имею в виду тип, возраст, да, мы подбираем, мы правильно очищаем кожу, мы используем базу под макияж, и, конечно же, это пудра, потому что нам необходимо то, что мы с вами сделали, а мы сделали уже много, и это называется сложным макияжем, да, мы закрепляем это пудрой. И, наверное, следующая новиночка, если мне память не изменяет, а память не изменяет, ну давайте вот так сделаем. Давайте логику уже выстроим. Угу. Следующая новиночка это у нас будет компактная, я хочу подчеркнуть, минеральная пудра. Преимущество сегодняшней пудры, ну давайте сразу дизайн, хочется очень похвастаться. Вот такие мы будем счастливые обладатели, замечательные пудры. Вот такая пуховочка у нас, да, не забываем о том, что мы пуховки простирываем с определенной периодичностью во времени, она не должна у вас доходить до некрасивой кондиции, знаете, состояние хрум, вот такого не должно быть. Обладатели сухой кожи гораздо реже будут ее мыть, обладатели жирной комбинированной кожи, безусловно, это будут делать гораздо чаще. Ну и давайте буду рассказывать вам про преимущества нашей пудры. В первую очередь, эта пудра обладает свойствами, те, которые
должны присутствовать и должны присущи пудре, да, это красивое ровное нанесение, это бархатная кожа, это матирующий эффект, это ровная-ровная поверхность, но еще хотелось бы рассказать о том, что у нас есть три, теперь стало, у нас три оттеночка появилось, выбирайте для себя, для своего тона, такой, который вам будет ближе и по необходимости. Следующий момент, это очень интересный момент, это два вида витаминов мы представили в данной формуле. Это витамины Е и С. Это мощная антиоксидантная защита. И если вы понимаете, что линейка Giordani Gold – роскошь, не забывайте. Это не только в дизайне, да, в цветовом решении, но роскошь еще и богатейшие формулы, которые мы предлагаем и, естественно, предварительно разрабатываем. Очень хочется похвастаться, что пудра предлагает нам защитную степень SPF 15, что, опять же таки, дает колоссальную защиту от старения. Да, почему? Потому что не разрушает, не нарушает наши процессы в коже. И хочется еще поведать вам о... хочется поведать вам про прозрачную пудру. Она у нас идет самым светлым тоном, если мне не изменяет память, то она у меня вот первая, да, вот она совсем светлая. То есть не пугайтесь, в компактном виде, естественно, она будет у вас представлена именно так, да, вот такая вот светленькая, кажется, что когда ты нанесешь ее на кожу, то она будет выбеливать кожу. На самом деле это не так. Вот, поэтому, пожалуйста, приобретайте и наслаждайтесь нашей замечательной продукцией. А еще один уникальный момент в состав. Вот то, что сейчас я вам скажу, наверное, будет немножечко странно звучать. Пудра компактная, пудра, мы все понимаем, что это за текстура, да, вот такое легкое, пушистое. Оказывается, в составе формулы нашей замечательной пудры входит три масла. Это мощная увлажняющая защита. То есть ощущение того, что на вашей коже есть пудра, такого ощущения не будет. И, конечно же, теперь я вам их озвучу. Это очень для нас известный масло ШИ. Компания Oriflame давным-давно в состав своих средств использует данное масло для интенсивного увлажнения и защиты. А также масло макадамии нам очень известно. Это масло, мы использовали его и обогатили формулу по уходу за руками. И масло жожоба. Вот три масла вошли в состав нашей замечательной пудры и обогатили его. Вот такой замечательный продукт. Приобретайте, пользуйтесь с удовольствием, рассказывайте с большим энтузиазмом. И самое главное, попытайтесь немножечко работать на демонстрацию для нашего клиента, да, то есть извлеките из сумочки сам продукт, демонстративно припудрите носик, как мы это обычно говорим, да, я думаю, что равнодушных не окажется. Ну, давайте вернемся к нашей новинке еще одной, это четырехцветные тени, которые представлены у нас четырьмя оттенками в каждой палитре. Я вам принесла и хочу сейчас продемонстрировать дизайн данного продукта. Вот такая коробочка с зеркальцем, да, вот четыре оттенка. Оттенки очень хорошо подобраны, то есть основная палитра, их три палитры, но они очень правильно продуманы и построены, то есть взяли за основу нейтральные цвета. Здесь нет никаких рекомендаций по использованию возраста, здесь нет никаких рекомендаций по использованию для какого цвета глаз абсолютно. Единственное, да, есть палитра там, где глубокий бордовый оттеночек, ну, соответственно, вы просто не наносите близко к слизистой глаза, и, собственно говоря, ничего страшного не будет. Уникальность теней в том, что мы их можем наносить с вами как сухим нанесением, так и влажным. И мы помним это с вами правило. Если сухое, значит это полупрозрачный макияж, ровный, идеальный для дневного использования. И с слегка увлажненным аппликатором или кисточкой можно использовать и усилить в этом случае цвета наших оттенков, и вы получите уже яркий, тире вечерний, праздничный, как хотите, макияж. Вот такая история.
А что еще? Сами по себе тени пудровые, да, то есть они хорошо компактно структурированы, собраны в палитры. Есть среди них один самый матовый тон, ну вот, например, в моей палитре здесь, да, это коричнево-бежевые оттенки, это вот такой шоколадный коричневый оттеночек, сейчас вам его покажу, вот самый глубокий, вот этот, да. Все остальные, да, самые, что хотелось бы сказать, что здесь не перламутровость, а такие, знаете, мягкие кристальные частички, то есть они очень мелкие, они очень красиво смотрятся на веках, когда вы выносите цвет, и самое главное, они не собираются в складки, да, то есть мы говорим, если это все-таки про возрастной макияж в какой-то степени, да, это не даем сильную привязку к возрасту, демонстрирует данный продукт, но тем не менее, мы говорим про перламутр, и ему свойственно не скрыть наши недостатки, а с точностью наоборот их показать, поэтому наша задача была, когда разрабатывали данные палитры, и, соответственно, не сделать вот этого эффекта, да, обратно. А что еще можно рассказать про нашу новинку? Это сама по себе, несмотря на то, что они сухие, да, шелковая текстура. За счет шелковой вот этой текстуры мы предлагаем равномерное нанесение, то есть любой цвет, который бы вы ни взяли, они не будут смотреться сильно на контрасте, да, вот такими какими-то отдельно взятыми островками или пятнами. То есть вот это очень важный момент. Ну и о более важном моменте, конечно же, нужно рассказать, какие же минералы, что же там за минерал вот такой, который дает такую колоссальную устойчивость, такое равномерное нанесение. Дорогие мои, это микрочастицы кварца. Собственно говоря, спасибо этому кварцу, который дает возможность равномерному нанесению, шелковому нанесению. И, конечно же, это устойчивый, красивый макияж в течение всего дня. Вот. Я думаю, что мы будем с вами рады этой новинке. Собственно говоря, я со своей стороны могу только похвастаться, потому что, ну, ни одному человеку я уже сделала с помощью этих новинок макияж. А мы, в свою очередь, проводим также тренинги для сотрудников офиса. И, собственно говоря, вот на этих тренингах мы тестируем наши новинки и отдаем предпочтение тому, что производится, скажем так, на сутки для нашего клиента и для нас самих. И еще хотела бы вам рассказать про рекомендацию, конечно же. Помните, мы с вами шли по шагу. Например, выполнение макияжа в области глаз, значит, соответственно, на фоне яркого вот такого всего, такие яркие выразительные глаза у нас получились, у нас меркнет с вами бровь, она практически пропадает, а бровь – это наша мимика, без мимики нам нельзя, мы можем молча повести брови, значит, это нам что-то не понравилось, а выгнать из другой и слегка удивиться, значит, мы приятно чему-то удивлены и, может быть, безумно довольны какому-то интересному сообщению, например. Поэтому, конечно же, мы будем с вами рекомендовать использовать и набор для коррекции бровей, может быть, это будут карандаши какие-то. У нас есть в Giordani гели двух цветов для блондинок и немножечко потемнее тем, можно сказать, для брюнетов. А также мы рекомендуем и тушь, и, соответственно, подводки или карандаши для того, чтобы глаз сделать более выразительным. Да? То есть, соответственно, отсюда набирается баловый заказ, а мы говорим, что в макияже не должно быть дыр, поэтому мы не заканчиваем только на глазах. Мы еще не начинали макияж в области глаз. Мы рекомендуем, естественно, основу под макияж, мы рекомендуем тональную основу, пудры, закрепляя макияж, и только потом уже идет макияж в области глаз и заканчиваем на губах, блеском или красивые неоновые помады и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, то, чего должно быть у каждой дамы в, скажем, своей домашней и недомашней косметичке. Хорошо, для вас я приготовила очень интересные моменты в возрастном макияже, непосредственно правила этого возрастного макияжа. И, конечно, основная цель наша – это омоложение. А сразу немножечко успокою, что возрастной макияж это не значит кому за. Возрастной макияж это начиная с 25 лет, когда уже начинаются потихонечку какие-то
Как-то мы начинаем меняться, да, то есть это может быть не настолько ровная кожа на лице или кровоизлияемость, может быть оплывает овал лица, может быть уголки рта или что-то, ну, это все очень индивидуально, и начиная с 25 лет нужно просто за этим процессом наблюдать, и ты понимаешь, что где-то ты выглядишь уже не так, как ты выглядишь раньше при выполнении того уже изученного и, может быть, привычного макияжа. Вот, собственно, для этого я и приготовила эти слайды. Итак, первое, что я хотела бы вам поведать, это использовать натуральные, достаточно спокойные пастельные оттенки для того, чтобы быть более молодой, эффектной, нежной и так далее, и так далее, и так далее. А, то есть, например, мы отказываемся с вами от белого, от такого снежного белого и заменяем этот белый на слоновую кость. Мы прибегаем к более природным цветам нашей собственной кожи, нашей собственной человеческой природы, давайте будем так говорить, да, которые бы могли бы нашу кожу сделать более свежей. И отказаться от совсем электрических цветов, неприродных, скажем, сильно зеленых, сильно синих, искусственные цвета, то, что нам не свойственно. Мы же с вами не зеленые, не синие, не оранжевые, не красные, да, а вот более спокойные, ровные оттеночки. То есть это первое правило. Если вы возьмете эти правила за правило, то ваш макияж будет всегда безукоризненным. Следующее, о чем хотела поведать вам, это замена, собственно, я вам уже об этом и говорила, а тогда про белый мы поговорили, давайте черный, откажемся от черного. У нас очень хорошие оттенки и в Зеване, и в Джордане, и в Эреми, коричневых, серых, темно-серых цветов, вы можете использовать это, да, то есть от черного, от белого отказаться, и вот взять такие более спокойные цвета, причем они хорошо работают на выразительность, но тем не менее они более спокойные, более сдержанные. Уходите от контраста, это третье правило, то есть не должно быть четких линий. Линии размытые, хорошо растушеванные, четкость есть, формы есть, но нет вот этой вот, нет таких контрастов. Все, о чем мы сейчас с вами говорили, вот эти все правила, они могут сыграть на те линии, которые природа нам уже нарисовала, скажем, да, очертить линию, ее сделать более заметной, это мимику, да, то есть нам это не нужно. Следующий момент, используйте легкий тональный крем, да, то есть, ну, в принципе, у нас, вот, прям люблю хвастаться компанией Reflame, потому что я люблю безумно нашу продукцию, я с ней работаю очень давно и очень много, и она отвечает тем качествам выполнения макияжа непосредственно, вот, правила, например, возрастного макияжа. То есть наша задача исключить эффект маски и эффект заметности макияжа. Чем он более прозрачный, чем он более нежный, легкий и естественный, тем мы с вами выглядим моложе. Чем больше на нас, ну я извиняюсь за выражение, шпаклевки, ну, соответственно, все это плотное будет показывать и микрорельефность, и расширенные поры, и глубину наших морщин, любых, от мелких до глубоких. Вот такие правила на этом слайде, и хочу вам рассказать еще несколько правил. Использовать холодные оттенки теней, мы их избегаем вообще. Это же правило, которое я говорила немножечко впереди, о том, что искусственные цвета очень ярко выражены, и избегайте перламутра. Да, на сегодняшний день, как мы всегда говорим, мы говорим о неких правилах, а в каждом правиле есть и исключения, да? То есть на сегодняшний день очень модно, очень прям в тренде вы будете, и мы показали эти подводки в The One, мы показали пелиметаллические перламутровые тени в жидком виде, да, тоже в The One, и в Эреми эффект металлика очень крут, прям вот очень в моде. Но если у нас есть проблемы, если у нас достаточное количество морщин, то, естественно, ни о каком металле и перламутре речи не может. Сами можете протестировать предварительно, вынести на зону на тыльной ладошки, да, и увидеть, как все там вот мелкие морщинки, как они сильно будут заметны. То есть, в принципе, это очень важно. Следующий момент, мы не сильно очерчиваем, не сильно выражаем с вами зону нижних ресничек. И здесь я вам показала, что только 1/3 часть от внешнего угла глазика, да, вот я вам показываю, вот отсюда, мы прочерчиваем аккуратно карандашиком, хорошо его растушевав, и чуть-чуть переходим на зону ресниц, то есть мягкий переход.
Если же мы, вот смотрите, что может получиться. Если у нас по природе или по какой-то там причине, ну, например, самый банальный это недосып, а темные круги без этого под глазами, либо близко расположены сосуды в зоне нижнего века, мы еще наносим тень, наносим тушь на ресницы, ресницы начинают передавать тень на зону века, и мы вроде бы коррекцию провели, да, то есть скрыли все это, попытались, это не поможет. Вот, то есть на это тоже обратите внимание. То есть не очерчивайте полностью, не выражайте, не прокрашивайте тушью нижние реснички. Вот такие рекомендации. Про корректоры. Корректоры нужны и необходимы. Корректоры по своей природе делятся на темные и светлые. Немножечко о светлых. Ну, к светлым мы уже очень хорошо привыкли, мы уже хорошо знаем, где они работают, и их свойства, собственно, видим и на себе лично, и тогда, когда мы с вами проводим мастер-класс. Светлые корректоры, они устраняют темные круги под глазами, следы усталости скрывают, это, как правило, зона нижнего века. В принципе, я бы вам рекомендовала использовать корректоры как основу под макияж, то есть вы наносите и на зону верхнего века, чтобы было все равномерно. Вот здесь в уголках у нас очень выражена венка, и поэтому здесь тоже было бы хорошо аккуратно осветлить с помощью корректора. Есть одно «но». Возрастная кожа или, скажем, тонкая кожа молодой даже девушки, она не приемлет более плотных корректоров по своей текстуре. Да? Вот, поэтому мы не всегда предлагаем корректоры в стике, мы предлагаем еще варианты жидких корректоров. Потом вы можете миксировать, да, то есть тем, кому по какой-либо причине не подходят стики, потому что они плотные, пожалуйста, делайте небольшой вынос жидкого корректора, туда же вводите плотный корректор, его миксуйте, вводите один в другой и потихонечку переносите и посмотрите, то есть вы сами по себе должны понять и почувствовать, что хочет ваша кожа. И не просто потому, что это корректор, его нужно нанести, а нужно сделать так, чтобы было мало заметно. Да, то есть скрыть недостатки, но в декоративной косметике было минимизировано, видно и заметно. Вообще профессиональный макияж, он не заметен. Ну, дневной, да, вечерний, понятно, там могут быть и декорации, накладные ресницы, стразы и так далее, и так далее. Здесь, кстати, если мы говорим о омоложении, о таком уже возрастном макияже, да, вопрос, нужны ли стразы. Если это карнавал, то да, наверное, это было бы не лишним. Почему? Потому что там все такие. И в перьях, и со стразами, и так далее, и так далее. Вот. Если это что-то, вечеринка такая изысканная, коктейльная, строгости в линиях, строгости в одежде, но при всем при этом платье пол, то я думаю, что тут страза была бы очень лишней. Да? То есть хороший макияж в области глаз, хорошей растушевкой, яркие губы, акцент на губы, например, на красный, и красный какой-то акцент. Либо нить бусы, либо это акцент на большой камень кольцо, либо это клатч, либо туфли, либо одно и другое. То есть вот такая история. Следующее – это, конечно же, темные корректоры. Куда мы наносим темные корректоры? Темным можно корректировать зону скул, зону подбородка, если широкий подбородок, высокий лоб, немножечко его понижать и так далее, и так далее. Длинный нос, очень широкие крылья носа. Это, как правило, темные корректоры здесь работают, они уводят в тень наши объемы, те, которые не нужны, чтобы они не видны были, легкой растушевочкой, чтобы это тоже не было на контрасте, никаких контрастных линий вообще не должно быть. В принципе, правило любого макияжа, я не говорю здесь только о возрастном. И да, вот знаете, что еще упустила, очень хочу дополнить, что можно сделать еще светлым корректором. Это наша мимика. Это большая носогубная складка, зона углов рта, и с возрастом, ну, силу гравитации никто же не отменял, сами понимаете, поэтому уголки рта могут быть не приподнятыми, а вот хорошо это по природе долгие лета остаются, да, а, ну, как правило, они уже опускаются. И вот эта зона также высветляется. Вот, очень эффектно, очень хорошо и просто замечательно.
Ну и в конце концов мы завершаем наш макияж. Это спокойными оттенками в области губной помады. Матовые в идеале, конечно же. Здесь используйте, пожалуйста, контурные карандаши нейтральных оттенков. Бежевые, такие розового, бежевого оттенка, карамельные, которые не дают сильного контраста. И когда идет дальше уже помада, в первую очередь не дает растекаться ни помаде, ни блеску. То есть сдерживает макияж вот эти плавные, правильные по цвету линии. Ну и, конечно же, если это идет вечерний макияж, яркая помада, да, нет женщин, которым не идет красная помада. Правильно подобранный красный цвет, в этом случае мы будем правы. Так. Что еще мне вам? Да, еще я подготовила один слайд, я хотела бы с вами им поделиться. Это бровь, как мы уже сказали, что это основа мимики. И вопрос, вот это статистика, я прошла по офису, я общалась с нашими консультантами и наблюдала, задавала им вопрос. То есть я мимо прохожу, вижу, что, ну, как правило, брови нет. А чем вы пользуетесь? А ничем. Да, ну и вот я собирала такие вопросы и уже давала рекомендации по поводу того, чтобы люди не боялись пользоваться. Кто-то красится, покупает краску для бровей, кто-то ходит в салон, это делает, да. Ну, а у нас очень много правильного и нужного. Это и набор для коррекции, это и карандашики, это и гели цветные. И в конце концов это тени, да. Вопрос нужно просто понимать, что накрасить. Вот представьте себе. Вот, ну, блондинка идет, блондинка и черные угольные брови. Ну, вот уже видно, что что-то не так. Люди-дилетанты, они до конца не понимают, но они видят, что что-то не так, не очень красиво, не гармонично, но в свою очередь не понимают. То есть они могут сказать, очень яркие брови, да, насколько яркие, где эта граница яркости, неяркости и так далее. И вот, собственно говоря, то, что вы сейчас видите на экране, для блондинок, для тех людей, у которых светлые волосы, блондинки это разные, и холодно-пепельные блондины, и золотой блондин, да, обратите внимание на основной цвет ваших волос, то есть холодный он или теплый, это первое. И второе, если очень светлые волосы, то, конечно, бровь не должна быть такой. Есть правило такое, когда мы говорим, под цвет волос на голове, а если они зеленые, а если они, например, бордовые или там баклажан цвет такой был, он в моде очень давно, не знаю, может быть, скоро вернемся. Что же, брови нам такие же делать, да? То есть нет, палитра красок для бровей, она нейтральных тонов, от коричневатых до холодно-серых, да, ну и в конце концов черных. Но здесь тоже есть тоже правила и исключения. Как правило, если своя бровь очень черная, по природе такие есть, то мы ее будем немножечко осветлять. И вот, собственно говоря, вы видите на экране, что если светлые волосы, то на два оттеночка мы делаем их потемнее. Но вопрос, например, если это золотая блондинка, значит коричневый цвет, более такой теплый, а если холодный платиновый блондин, да, пепельные волосы, то можно сделать темный цвет. Хорошо его растушевать. Еще раз говорю, что есть специальные продукты разработанные, они имеют нейтральный универсальный оттенок, а если хотите прям вот, чтобы все у вас гармонично было, то можете использовать оттеночки тени. Даже черный можно наш вот, в палитре Giordani растушевать правильно до темно-серого и будет очень даже хорошо смотреться. Ну и следующее, конечно, это для темных волос на один тон мы делаем светлее. То есть мы не делаем вот. У меня, например, очень темные волосы, это 3.0 наша краска для волос. И бровь я делаю немножечко светлее, где-то на один, иногда и даже на два оттеночка светлее, в зависимости от ситуации, где я, что я, если очень хорошее освещение и так далее, и так далее. Вот, я думаю, что у нас с вами все хорошо сложится, и ваш макияж будет правильным, и вы будете, самое главное, молодыми, красивыми лидерами, консультантами компании Replay. Следующее, я для вас приготовила еще один слайд, это интересные продукты. У нас в компании очень много интересных продуктов, и мы взяли за основу предлагать их в нашем тренинге и как в новинке, да, ну вот. Каждая новинка – это хорошо, но есть продукты, о которых мы по какой-то непонятной для нас причине забываем, или да, это в каталоге компании Replay, ну надо же, да, так интересно.
Вот, и я для вас приготовила и вспомнила замечательный продукт. Это депиляционный крем, который, может быть, для кого-то станет прямо вот открытием. Да, такой крем в компании Лифлейм, да. Скажу больше, он находится у нас в уходе за кожей тела, в серии Silk, да, шелк и миндаль теперь уже. И вот мы даем такой очень интересный продукт. Я думаю, что многие из вас, для многих из вас он стал любимым продуктом. Ну, а моя задача, безусловно, его вам сейчас еще раз интересно и вкусно продать. А крем депиляционный, какие же у него свойства в конце концов? Те люди, которые часто пользуются подобными продуктами и знают, для чего он нужен, а тем не нужно много говорить, но у них возникает один вопрос. Принцип работы депиляционных кремов. На фоне чего? Что же в составе там такое? Может, что-то страшное, может, химия какая-то сплошная и так далее, и так далее. И что в дальнейшем может послужить, как может быть, каким-то раздражением и так далее, и так далее. Да? Вот мы сегодня сейчас, прямо сейчас будем об этом говорить. Но прежде всего мы говорим, что здесь с легкостью мы избавляемся от нежелательных волосков. Но мы говорим с вами про тело. То есть мы будем с вами избавляться на зоне рук и ног вот этих самых нежелательных волосков. Ну и, конечно, маркетинг-ход – это всего за 3 минуты. На самом деле, подержать продукт нужно немножечко подольше, для того, чтобы получить хороший результат. Итак, прежде всего я раскрываю карты вопроса, на фоне чего происходит вот это вот удаление волосков, или что там с ними происходит, да? Принцип действия данного крема депиляции, он очень прост. Основные компоненты, которые в основном входят в эти кремы, это кератин. Это вещество, которое начинает входить при взаимодействии, когда наносится на волосяной покров, да, как мы говорим, нежелательный, он начинает его растворять, после чего волоски очень легко отходят от основы поверхности кожи, да, то есть где начинается. Рост начинается глубже гораздо, да, и бытует такая, я бы сказала, сказка, что вот если депиляционный крем, когда глубоко кератин этот проникает, там и до недели, это еще ладно, до 2 недель волоски не растут. Вот. Я сразу хочу вас успокоить, что волоски начинают расти на 2-3 день. Почему? Потому что вот эта вот кератиновая основа этого вещества, она не проходит глубоко, кожа не дает возможности пройти и повлиять как-то на луковицу волосяную. Конечно, есть и оказывает влияние на верхний эпидермальный слой, и он начинает сильнее отшелушиваться. Но здесь как бы мы убиваем 2 зайца. Да, то есть и от волосков от лишних избавляемся, и некий эффект полировки. Но сами понимаете, что если вы часто будете пользоваться данным продуктом, то, естественно, вот этот эффект высушивания, он будет свойственен. Да? Поэтому здесь мы тоже подошли правильно к данной ситуации, и в состав нашего замечательного продукта ввели 2 масла, которые предлагают нам очень хороший уход по защите, смягчению и не давать коже обезвоживать. Собственно, на ваш суд масло камелии и миндаля, которые обладают этим свойством. То есть не дают сильно и очень активно воздействовать вот этому веществу под названием кератин. Что хотелось бы еще сказать. Да, крем очень хорош со всех сторон. Он очень удобен. Я хотела бы подвести вас к тому, что специально высчитывал в 12-м каталоге, собственно, с тем, с чем мы с вами будем скоро работать. Он будет стоить для дистрибьютора, для нашего, да, для лидера, для консультанта 278 рублей. Вот. То есть он и так идет у нас со скидкой в каталоге, но плюс еще вот такая приятность для нас. Мы знаем, что мы берем нашу продукцию с хорошей скидкой. Да? А что еще? Обязательно нужно сказать о мерах предосторожности. Если мы пишем, мы вложили крем-аннотацию, то есть крем продается не просто тюбиком, он продается, как и все подобного рода у любой косметической компании, в коробке, там же прилагается лопаточка, с помощью которой вы будете удалять остатки крема, плюс волоски, которые уже отошли, да?
И там мы вам пишем, что обязательно крем наносится на правильные и нужные места, там, где этот крем тестировался. Для отдельных зон, зона депиляции, интимные зоны, зона вокруг рта, да, то есть зона усиков, так называемых, у нас эти кремы есть. Но вот именно эти, да, у нас есть полосочки. Для интимной зоны у нас пока продукта нет. Может быть, разработают. Почему, вопрос, нельзя наносить этот крем? Почему? Потому что зона очень нежная, очень кожа тонкая, совсем другая в интимной зоне, и на лице, естественно, может произойти раздражение. У людей очень много фантазий, и люди начинают изобретать того, чего и не следовало. Потом они начинают писать нам, предъявлять претензии, что у вас плохие продукты по составу, что у вас, вот у меня от использования крема раздражение и дерматиты разного рода и так далее, и так далее. То есть то, чего мы пишем, если мы пишем, значит крем абсолютно разработан на эту зону, там, где он тестирование проходил. И дерматологи все в один голос сказали, да, этот крем можно использовать на эту зону. На другие места мы не проходили, и исследования не проводились, поэтому сами понимаете, мы не просто так это пишем. Конечно же, нам хотелось бы продать крем на все участки кожи, вот, но тем не менее, если нет, значит мы говорим нет. И есть специальные документы, есть аннотация, как использовать. Собственно говоря, это не только мы это предлагаем, это предлагает любая косметическая компания. Вот такой замечательный продукт у нас с вами есть, поэтому не забывайте, что у нас еще есть время с вами, да, понежиться солнышком, лето еще не закончилось, и я надеюсь, что погода нас с вами еще будет и будет радовать, а кто-то многие еще и кстати, а у нас на носу что? Золотая конференция. Вот, пожалуйста, дорогие мои, welcome, берите эти продукты. Берите не по одному тюбику, а по два и по три. Вот не могу сказать, что у нас в 11-м каталоге с ним, но на будущее, да, если куда-то еще и поедете, а там дальше Египет у нас с вами. Так что давайте, давайте, давайте во всеоружие, берем замечательный продукт и вперед. И для каждодневного использования я его безумно люблю, собственно, поэтому и решила вам про него еще раз поведать и рассказать. А теперь вопрос, который вот всегда прям вопросом на вопрос. Почему Орифлейм? Вот почему Орифлейм? Есть даже целая презентация, которую я провожу, рассказываю. Прежде всего, это доверие самого человека к продукту. Влюбленность в него, вера. Я 16 лет в компании, я себе не представляю. Нет, даже, знаете, многие задают вопрос, мои друзья, знакомые, родственники. А чего ты только Орифлейм используешь? Я говорю, а мне зачем что-то еще? Вот я не вижу смысла куда-то идти и что-то вот... Не, ну бывает у меня, конечно же, я в целях, знаете, как проверки, сравнительных характеристик, конечно, я могу что-то приобрести, но это очень редкий случай, это если действительно как шквал каких-то там жалоб, недопонимания, как это наносить, а почему у вас такая щеточка, почему вот это, а не так, думаю, да, действительно я куплю и посмотрю, ну чем же там прям вот такое, прям такой состав, знаете, вот желания у меня больше нет проводить такие анализы. У нас есть специально научные люди, которые проводят такие исследования, сравнивают другие компании, составы и так далее, и так далее. У меня такого желания. Я очень люблю нашу продукцию, я ей доверяю. Собственно говоря, почему Орифлейм? Почему? Потому что сейчас на следующем слайде все поймете, и я думаю, что вы будете доверять этому. Мы используем нашу продукцию... Не используем, а рождение продукции. Да? Давайте с самой базы, с самых азов мы посмотрим с вами. Прежде всего, это исследования. Далее это институты кожи. Дальше это наши научные сотрудники. Это постоянные исследования в отношении новых ингредиентов. Мы используем натуральные компоненты, натуральные ингредиенты, соки, воски, экстракты и так далее, и так далее. Минералы. Да, то есть все, как мы говорим, лучше от природы и лучше от науки.
мы производим нашу продукцию и развив наших продуктов и, скажем так, вот все разработки происходят на самом лучшем оборудовании. Это нельзя забывать. Мы предлагаем долгосрочный результат. Да? То есть мы не говорим о том, что вот сегодня у вас будет, а завтра у вас уже ничего не получится. Конечно, мы говорим о наших патентах. Может быть, были бы желающие, которые хотели бы заполучить подобного рода формулы, как бы собственные патенты, да, и мы еще подумаем, куда и как. То есть вот это все рождает в нас, ну и, конечно же, наш бренд. Нас узнают, в нас верят. Самое главное, чтобы эта вера еще исходила от нас. Вот это самое главное. У нас очень красивые и правильные инструменты. Это наш рабочий каталог, это наши сайты, на которых максимально мы предлагаем нашу жизнь компании, наши возможности. Поэтому знакомьте людей, знакомьте и говорите правильно, говорите с доверием. Каждый человек, знаете, он в какой-то мере психолог. И они чувствуют, как и насколько мы это говорим, насколько доверяем. И внешне, да, то есть когда мы говорим про категорию wellness, нужно соответствовать, когда мы говорим про аромат, мы должны соответствовать, да, то есть в этом облаке быть. Когда мы говорим про декоративную косметику, это не значит, что мы должны быть абсолютно не накрашены или разукрашены, как матрешки, да, то есть вот об этом стиле, об этом бренде, об этом направлении мы нести в массы должны через себя наши продукты. Да? То есть это все должно быть гармонично, все должно быть эффектно и, конечно же, красивым словом, делом и словом. Можно много говорить, но ничего не делать, но можно много делать, но никак это не, скажем так, демонстрировать. Тут, знаете, вот золотая середина должна быть. Ну, хотя бы мы должны к этому идти. Вот, поэтому я вот так вот вам хочу пожелать такого гармонии такой. Есть у нас с вами еще очень интересное направление через настроение. Знаете, вот как раз медленно, но верно, но я вас подвела к этой гармонии. В заключение всего того, что вокруг нас, да, мы гармоничны, но вот до конца, если не через аромат, тогда через чего эту гармонию передать? Мы хотим вам продемонстрировать два замечательных продукта в виде спреев для тела. Вот они такие маленькие, вот они такие аккуратненькие, стильненькие. У них не стеклянные пузырёчки, у них пластик, вот он такой вот изящный, очень красивый. Они с помпой, они не как одеколоны, они с помпой. И вот сейчас я немножечко релаксну, прям буквально, пока несколько минут буду рассказывать вам о этих ароматах. Конечно же, в первую очередь хотела бы рассказать о том, как мы представляем эти прекрасные ароматы. Мы уже через наши иллюстрации демонстрируем настроение наше. Да, милая девушка релаксирует через тренинг. Дизайн флакона, ну это через самоводитель водичку подкажет. И вот такой оранжевый, да, жизнерадостность у нас такая. Хэппи, все у нее замечательно, все у нее супер. Вот такая вот такая девушка-праздник. А мы предлагаем их через ароматизированные странички. Мы демонстрируем нашему клиенту, как это можно услышать прекрасный аромат. Мы демонстрируем супер предложение через цены и показываем это через проценты скидок. То есть 55% скидка на любой аромат. Мы говорим здесь правильные вещи о том, что оба аромата мы должны приобрести для себя. Почему? Потому что каждый друг друга дополняет, то есть они смотрятся в гармонии. А наши производители разработали эти ароматы таким образом, что должны они быть оба. Да? То есть сочетание нот первого и второго очень гармонично друг с другом сочетается. То есть вот эти вот необыкновенные фишки, это просто супер. Помните, в свое время у нас давным-давно были такие ароматы тройные, да, когда можно было один на другой, на третий в течение дня. То есть, собственно, такие рекомендации со своей стороны и давали, что
утром с одним, потом там буквально через полтора часа с другим, с третьим, и вот, вот она красивая у тебя икебана такая получилась, ароматная. А здесь что хотелось бы еще сказать, что они у нас на водной основе, давайте уже следующий слайд я вам покажу, они на водной основе, то есть они малоконцентрированные, и вы их можете использовать буквально через каждые полтора часа. То есть вы чувствуете? Мы не предлагаем здесь только приятный аромат, не предлагаем быть только всегда в празднике или быть в гармонии с самим собой. Здесь мы предлагаем использовать это еще и как увлажнение для кожи. Да, то есть вы можете использовать на поверхности, на любые участки кожи абсолютно. Если парфюмировать, то используем на зоны пуст, то здесь, пожалуйста, куда хотите, там, где вам самое главное было бы очень приятно и очень эффектно. А этот продукт, вот такая вот спреевая, вуалевая продукция, она вошла в тренд как идеальный вариант для летних жарких деньков таких. Ну, можно не очень жарких, неважно. Да? То есть легкая парфюмерия. А процентное соотношение ароматической композиции здесь буквально 2, максимум 4%. То есть она очень быстро испаряется, не мешая вам, и не дает сильного такого направления аромата, очень яркого аромата. Будет все очень легко, очень нежно. Он не будет, самое главное, мешать ни вам, ни окружающим. Это что-то очень личное, очень что-то такое вот, приятное-приятное, поэтому сейчас вы собираетесь в отпуск, вы собираетесь на золотую конференцию, вы собираетесь просто работать на холодном рынке, на теплом, неважно. Эти ароматы у нас с вами должны быть. Вот. Поэтому, пожалуйста, я думаю, что я вас соблазнила уже для приобретения этой замечательной новинки. И, конечно же, рекомендации для приобретения еще продуктов, да, мы всегда говорим об этом, вот что к этому всему парфюмированному можно еще порекомендовать. Но прежде всего это момент личной гигиены. Да? Любая парфюмерия, легкая, от легкой до самой насыщенной, до духов, единое правило для всех существует, наносятся они на идеальную поверхность кожи. Я имею в виду по чистоте, чисто, после приятия душа, хорошего очищения мочалочкой или скрабиком и так далее, и так далее. То есть ароматы раскрываются на чистой поверхности кожи так, как их создали сами творцы, наши замечательные парфюмеры, спасибо им большое. А следующее, конечно же, это момент личной гигиены. Как бы мы там ни брызгались этими замечательными релаксами или там хэппи-эндами, да, но неприятный запах пота, его никто... Да? Не забывал, наверное, особенно мы в метро ездили вчера, час стояли по техническим причинам. Ладно, не будем о плохом, мы говорим о хорошем. Итак, запах пота. Сам по себе пот, он не имеет запаха. Все это всему виной бактерии, которые входят во взаимодействие с потом, предлагают нам неприятный запах. Это я в мягкой форме вам говорю. На самом деле... Зона подмышек должна быть хорошо чисто подготовлена, то есть вымыта пенообразующим средством, высушена чистым полотенцем, я вам рекомендую бумажным, потому что. И использует средства личной гигиены. Это спреевый дезодорант, антиперспирант, это шариковые, кому чего нравится, кто к чему больше привык, и может быть у кого-то раздражение на спирт, а в спреях мы предлагаем того основу, поэтому, пожалуйста, выбирайте сами. И, собственно говоря, рекомендуем это. Вот наш с вами баловый заказ. Он будет состоять из того, чего помыться, побриться, например, то же самое, женские станочки у нас есть, и средства для депиляции мы можем рекомендовать сюда. Мы можем также использовать увлажняющие средства в виде крема по уходу за телом. Очень хорошо. Например, антицеллюлитная программка пошла бы, например, да, и вот мы можем уже посчитать, во сколько баллов у нас выходит, а всего-то спреи предлагали, да, новиночка спреи, как здорово, здесь мы релаксируем, здесь мы в празднике, а плюс ко всему к этому мы еще очень хорошо, хорошую работу проводим на отличной гигиене. Конечно, это дезодорант, антиперспиранты, и в завершении уже наши спреи, да, вот тогда будет хорошо, хорошо будет всем.
люди ухоженные, довольные. Рекомендации от нас должны быть такими, чтобы они к нам вернулись опять, чтобы они захотели Oriflame и наш продукт. Так, ну, а что еще? Медленно, но верно, но мы уже потихонечку к завершению подходим. Вот такой вопрос на слайде вы видите. На сколько лет вы хотите выглядеть моложе? Те продукты, которые вы сейчас увидите, вы их все прекрасно знаете. Мы говорим о том, чтобы выглядеть нужно в любом возрасте моложе своих лет. Это самое главное, это то, к чему стремится компания Oriflame через замечательные свои продукты. И еще очень интересный момент в том, что мы предлагаем уход за определенным возрастом и такой же даем еще и скидку. Очень интересно. Вот, например, сейчас на экране у нас серия Protection, которая разработана нашими умами, да, нашими научными сотрудниками для того, чтобы наша кожа момента первых признаков старения не старела, а мы с вами так и продолжали оставаться в возрасте 25 лет. Обращаю ваше внимание, что скидка на эту серию 25%. Это здорово. Уникальное преимущество данной формулы, данной продукции в том, что мы предлагаем здесь достаточное количество минералов. Они, в свою очередь, богатые антиоксидантным свойством, защищают нашу кожу от разрушений, а, собственно, значит, на этом фоне мы остаемся с вами долгие годы молодыми и красивыми. Ну и еще, конечно же, сказать о основном экстракте, который обогатил данную серию, это экстракт персидской шелковой акации. У нас, да, вот он тоже обладает свойством антиоксидантом, кожа гладкая, эластичная, шелковая, и очень прям все прям невозможно. Но хочу обратить ваше внимание на то, что серия представлена в виде продуктов, да, не всех в каталоге. Давайте откроем с вами каталог и увидим, на каких страничках нам представлены данные линейки. Вот, кстати, сейчас мне попалась полосочка для депиляции. Угу. Итак, на страничке 19, 18, 19 мы видим волшебство преображения через серию True Perfection. И буквально 4 продукта, это практически вся серия, которая есть True Perfection, да, представлена нам с хорошей скидкой. Вопрос, чего не хватает? Я читаю чат. Кто внимательно слушает, о чем мы сейчас говорим? А, пожалуйста. Что не хватает? Вот что здесь нужно для полного, качественного, базового, как мы говорим, ухода? Напишите мне, пожалуйста. Тоника очищает. Совершенно верно. Умнички. Правильно. Нам не хватает с вами очищающего и тонизирующего продукта. То есть без этих продуктов качественного ухода практически у нас, ну, можно сказать, мы не получим. Почему? Потому что нужна база. Какую базу мы здесь с вами можем взять? Ну, давайте, во-первых, для какой кожи вот эта вот замечательная серия? Кожа любая, тип кожи любой, возраст, мы понимаем, старт с 25 лет, да, разработка. Естественно, мы с вами будем подбирать для такого типа кожи, для которого нам было бы комфортно. Например, жирная комбинированная любит очень много. А сухая кожа, да еще и состояние чувствительности, об этом речи быть не может. Поэтому мы можем взять за основу наши natural линии, это и алоэ, и чайное дерево, и ромашку, и шиповник, и наши, конечно же, оптимус, которые не имеют возраста и замечательно помогают нам ухаживать за нашей кожей. Вот такая банальная история, но об этом нужно говорить. Тогда качество нашей продукции будет максимальным. Следующее – возраст по увеличению. Возраст 35 лет – это наш замечательный экологен, которого мы любим. И скидка здесь тоже, твоя же скидка – 35%. Открываем страничку каталога 2021 и видим, что здесь у нас только 3 продукта. И знаем, что из чего состоит основной набор наш любимый коллаген из 6 продуктов. Да? Поэтому вот эти 6 продуктов нам не достает. С учетом типа состояния кожи мы подбираем,
Почему? Потому что здесь мы предлагаем легкий дневной крем. Может быть, я обладатель сухого типа кожи, и мне легкий не нужен, потому что мы здесь диктуем, он очень хорош для комбинированной кожи. Или и для жирной, да, для комбинированной и жирной, он легкий. Мне нужно что-то где-то побольше, вот маточка такого была, потому что у меня природной защиты в этом отношении нет. Естественно, наши рекомендации будут какие? Здесь база очищения дана, да, есть тоник, есть очищение, мы предлагаем дневной и ночной крем, если нам этот не подходит, легкий дневной, да, обязательно уход за кожей вокруг глаз и желательно активация, то есть крем-сыворотка, которая будет усиливать действие нашего основного ухода. Следующая продукция, это твоя скидка, твой возраст, это уже 40%, старт, да, у нас 40 плюс кому. И, естественно, здесь мы видим только 4 продукта, да. Значит, что нам дали? Нам здесь дали молочко, нам дали гель-тоник, подтягивающий крем для кожи вокруг глаз и дневной крем. Что здесь у нас недостает? Нам нужен ночной крем, наверняка нам нужен активатор в виде либо сыворотки, которая также представлена в этом направлении, либо, может быть, даже капсула, может быть, и то, и другое, в зависимости от того, насколько хорошо и нам комфортно, и внешние данные какие у нас, да, нужен ли нам результат. Мы, помните, говорили о, почему Oriflame, почему, какие преимущества, потому что мы говорим о долгосрочном результате, о качестве серии, о том, что использовать продукты, те, которые представлены в серии, нужно комплексом, это очень важно. И предлагать их нужно именно так. Почему? Потому что мы хотим, чтобы вернулся к нам наш клиент. Чтобы он был доволен результатом серии, а придет полное удовлетворение и результат только в случае, когда мы используем наши серии комплекс. Немножечко, прям буквально пару слов о для чего королевский бархат. Конечно же, это все процессы старения у нас замедляются, очень эффективный результат будет. Действие на защиту клеток, да, от свободных радикалов. Здесь мы стимулируем выработку коллагена. Собственно, это же действие оказывает и наша серия коллаген. Экологен, да, предыдущая, максимально увлажняет кожу. Почему? Потому что по статистике возраст 40+, как бы правильного, нужного уровня влажности уже идет колоссальная потеря. И здесь основной момент именно на увлажнение, максимальное увлажнение и поддержание вот этого баланса. Образование, конечно, здесь мы очень хорошо боремся с помощью данной серии с морщинами, причем разного направления, глубокие морщины мимические, микрорельефные, да, на основе гиалуроновой кислоты. Многие пишут и в чате, на почту напрямую, в каких сериях у нас гиалуроновая кислота. Вот, пожалуйста, я вам говорю, в каких сериях гиалуроновая кислота. Конечно же, это лифтинг-эффект, да, как мы говорим, подтяжка для многих, если вам так на слух больше ложится, да, действие лифтингового эффекта. И основное направление, конечно, это экстракт красных водорослей. Вот такой замечательный у нас эффективная серия. И не забудьте о, конечно же, нашем ирисе, комплексное действие. И наш замечательный состав. Следующий возраст 45+, твой возраст, твоя скидка 45% скидка. Перелистываем следующую страничку каталога, и мы видим здесь 4 продукта. Это эликсир для лица, вот вам, пожалуйста, активатор, антивозрастное очищающее средство, антивозрастной дневной крем и крем для тройного действия «Власть над временем». Вокруг глаз, да, у нас вот 4 продукта получились, но мы знаем, что эта линейка гораздо богаче, ее больше. Здесь нет у нас тоника, и он в этой серии не предусмотрен. Сразу могу сказать, что вы можете взять любой тоник, но желательно берите самые мягкие, самые легкие, самые нежные,
Это для чувствительной кожи, например, шиповник или ромашка Natural, это оптимум для сухой кожи. В конце концов, вы можете взять и из линейки коллаген или королевского бархата. Тоже будет правильно. Да? Но основной уход, он должен состоять из основных продуктов. Почему? Потому что гласит основное правило. Каждый следующий усиливает действие предыдущего. Вот это вот золотое правило, которое мы с вами должны хорошо знать. И самое главное, не забывать это использовать на себе и демонстрировать через мастер-классы и информацию доносить нужную, правильную до нашего клиента. Итак, наш власть над временем. Любимый, богатый, правильный очень, антивозрастной, все дамы у нас довольны, эффективность на 70% в комплексном уходе средствами, если мы пользуемся, да, как я вам говорила. Всегда самое выгодное решение, если мы говорим. То есть у нас, нам хорошо, да, и самое главное, у нас рад наш клиент, он очень доволен. И еще раз, я уже, наверное, раз пятый повторяюсь, сделать нужно так, чтобы клиент к нам пришел. А рекомендации здесь, мы рекомендуем с вами, что взять тоник, не представлен в этой линейке со скидкой ночной крем, значит, соответственно, и ночной, и не представлены здесь антивозрастные капсулы. Можем предложить? Можем. Плюс ко всему к этому мы можем провести через мастер-класс массаж с помощью капсулы. Знаете, как людям нравится? Это вот прям вот на своих академиях красоты. Люди, которые к нам ходили, они были очень довольны. И, конечно же, мы проводили опрос. Они также делали мастер-классы через капсулы. И люди брали эту продукцию с удовольствием. Но не забываем, что мы не просто одни капсулы предлагаем, да, мы предлагаем весь комплексный базовый уход. Усиливаем действие каждого следующего продукта. А действие направлено на усиление работы клеток, непосредственно на выработку необходимых для кожи структурных компонентов, да, этих структурных белков, и, конечно же, гиалуроновой кислоты. То есть идет вот такое базовое, хорошее, форменное, я бы сказала, такое восстановление. Обладает лифтинговым эффектом, устраняет сухость кожу, и здесь вот в составе у нас идет масло ши, то есть водный баланс за счет масла ши. Очень комплексный, хороший уход. Мы говорим здесь о геностине сои, не забываем о его качестве, о его преимуществе. А это мы умеем хорошо говорить, но самое главное еще не забывайте делать мастер-классы. Да? Давайте, может быть, вернемся про экологен. У нас был вебинар буквально на всю Центральную Россию. Москва регионы проводили. Я буквально, там у меня было времени 15 минут, я говорила вам о комплексе экологен, о этом наборе, о 100 баллах. Да? И мы с вами говорили, что цены оставили ту же. И если посчитать, то у вас получается из набора 6 продуктов вы покупаете по цене 4. Да, вот такая вот очень нужная и важная информация. И поехали мы с вами дальше. Нас ждет очень интересный момент. Это дверь нашего каталога. Выглядит она так, да, вот на страничке. Я вам ее демонстрирую. Очень хорошая цена, очень интересное предложение. Я сама прям, вот, знаете, вот наклеила. Прям вот наклеила. Мы предлагаем приобрести наши обновленные продукты серии роскошной, на мой взгляд, серии, очень хорошо любимой всеми, многими нашими клиентами, и узнаваемой, и любимой. Знаете, у нас история такая была в Москве, ну, это тоже небольшой шаг в историю, да, в обратку. Фуры встречали крем, кто в компании не вот сегодня и вчера пришел, а, допустим, лет 15 назад, 18 фуров встречали с кремом молоко и мед, как сейчас помню, тут 13.05, прямо вот на улице. 13.05 везете, то есть вот так вот стояли у ворот и брали очень по много. Ну, вот прям вот встречали и с удовольствием пользовались. Поэтому, пожалуйста, давайте не забывать историю, давайте предлагать так же вкусно, так же интересно наш замечательный бочонок. А код, конечно, уже шестизначный. Не 13.05, но качество обновленной серии улучшено. Почему? Здесь я вам открываю карты. Почему? Потому что на 100% XT
экстракте молока и меда сегодня наша роскошная сельдь. Да. А в свое время было 80%. То есть берется 100% экстракт молока и меда и составляет составляющую кремоформу. Да? То есть более концентрированная, более обогащенная, более качественная. А пока мы предлагаем вам познакомиться с двумя обновленными продуктами. Это крем в нашем замечательном, любимом дизайне бочонки, который восстанавливает качество и ухаживает за кожей всего тела и рук. Вот такой универсальный продукт. Очень. Моя мама безумно нравится. Она говорит, ну где вот мой бочоночек, где же мой вот такой кукленочек, она его прям называет. И мыло. Мыло очень... в мягкой форме представлено на основе талька и мягких питательных компонентов, что не обезвоживает кожу рук, не раздражая ее, мягко проводит процедуру очищения, очень хорошо мягко смывается и одновременно один и второй продукт у нас ухаживает за кожей рук. Ну, здесь логичную цепь нужно выстроить, да, то есть мы ручки сначала моем, потом берем бочоночек кремом. И здесь нам еще, знаете, дают очень интересный аксессуар. Это наши перчатки по уходу за руками. Тоже они также идут со скидкой у нас, поэтому, пожалуйста, вот такой комплекс может быть подарок, может быть хороший мастер-класс вы можете проводить через наши вот эти вот обновленные, питательные, ухаживающие-роскошные продукты и получать колоссальное удовольствие от того, что вы получаете от самого детства. Вот желаю вам такого вкусного мастер-класса и желаю вам любить нашу продукцию, желаю ее вам с удовольствием предлагать и наслаждаться этим процессом. Теперь мы можем с вами, пришло время поотвечать на вопросы, у меня буквально есть несколько минуточек. Спасибо вам за то, что вы были рядом. Прослушали, я думаю, что вебинар пойдет в нужное русло, да, для того, чтобы вы могли правильно информировать свои структуры, правильно предложить наш продукт. И самое главное, мои хорошие, делать это с удовольствием, чтобы вот прямо глаза горели, а продукция в руках, прям вкусно-вкусно, и самим нравится, демонстрируйте. Они все это очень чувствуют, очень тонко все это. Так, ну давайте отвечать на вопросы. Спасибо за слова благодарности. Очень люблю, когда вы рядом. Про запись, по-моему, был вопрос, да? Записать мне не удалось. Почему? Потому что у нас дублируется еще один вебинар и не смогли запись установить. Но я думаю, что может быть кто-то из лидеров. Если у кого есть запись, я с удовольствием жду и сделаю общую рассылочку, и в чат выложу, и по всем чатам, кто у нас здесь, откуда, из каких регионов пришли на наш вебинар. Все, я надеюсь, у нас будет. Я думаю, что кто-то записывал. Про мицеллярный лосьон. Что, про мицеллярный лосьон вы хотите? Так, спасибо. Так, давайте потихонечку смотреть. Или вы сами здесь уже общаетесь? Я немножечко не понимаю, есть ли коммент. Так, силовидный. Сливовидный, это... Немножечко не поняла вопрос. Сливовые, господи, вижу и уже не вижу. Сливовые Джиордания для каждой радужки. Для каждой радужки, но очень осторожно к слизистой близко. То есть либо углубить еще более темным от слизистой глаза, а потом дать уже вот этот вот сливовый. Будет неплохо. Да, ну, сами будете смотреть. Когда эффект воспаления, он сразу же будет виден вам. Вы будете понимать, что что-то не так. Так. Так, про запись я вам уже ответила. Продавала ли компания патенты кому-то? По-моему, такой истории еще не было. Мне кажется, мы бы были, хотя они могут нам, наверное, не сказать. Ну, давайте я запишу сейчас этот вопрос, да, и попробую выяснить. Хорошо? Хорошо.
тогда если что-то, вот если я сделаю вам рассылочку, значит, это информация. Если рассылки не будет, значит, просто... Значит, нет, никому ничего мы не предлагали, не продавали ничего. Угу. Так, только власть над временем, intent, против гормонального старения, три слова, и все понятно. Да, intent у нас, вот смотрите, чтобы вы просто понимали, против гормонального старения. Гормональное старение, оно наступает уже, оно уже, вот как начинается старение, оно, это вот все гормональное. Это все, гормоны рулят всем. Вы имеете в виду период менопаузы, наверное, да? Да. В период менопаузы мы предложили вот этот вот комплекс, то есть помимо того, что там есть основной комплекс, как во всем власть над временем, геностеино-соевый, да, плюс еще аминоплюс комплекс, да, это более сильная, скажем так, формула, которая будет бороться с вот тем старением, когда уже ну, совсем сильно, когда период менопаузы, да. Вот это интенс. Но менять вы можете на любые кремы. Понимаете, нужно сделать так, чтобы кожа в любом возрасте получала разные компоненты, разные формулы. То есть цель-то у них одна, например, да, на выработку коллагена или там на интенсивное увлажнение через гиалуроновую кислоту. Но разные комплексы из разных компонентов состоящие. В таком случае кожа всегда будет получать что-то новое и будет хорошо восстанавливаться. Какой серией порекомендуете пользоваться уже после 60 лет? Любой серии, но, естественно, не нужно пользоваться совсем, скажем, такими. Чем сильнее формула, тем эффективнее результат. Возраст 25 лет, почему мы рекомендуем, например, тот компонент, как шелковая акация, да? Именно действие именно этого компонента и тех минералов, которые работают на остановку совсем признаков старения в этом возрасте, да, и результат мы получаем. Возраст 60 лет, наша задача поддерживать кожу в том состоянии, в котором она есть, чтобы не было хуже, да, с учетом особенностей, с учетом среды, где человек обитает. То есть очень важно хорошо понять проблемы кожи, да, например, пигментация, сосудистая сеточка и так далее, и так далее. То есть брать нужно комплексы с учетом вот этих вот изменений или с учетом этих проблем. Да, нельзя сказать, что я вам порекомендую только Intense, власть над временем, и все. Так нельзя сказать, что вот одна серия должна быть у вас в арсенале. Она кончилась, мы берем Diamond. Diamond кончился, мы берем там от пигментации, с учетом времени года. Да? Например, зачем мне нужна зимой, когда у меня чистая, светлая кожа, никакого пятна, никаких пятен нет. А защита нужна именно тогда, когда выходит и активничает солнышко, начинает, опять же, в каком регионе мы живем. Средняя полоса – это одно, Москва – это другое подвальное помещение, я нас называю, да, Краснодар – это другое, солнышко раньше, тепло приходит раньше, ярче. То есть тут, знаете, вот очень индивидуального характера. Вот. Самое главное, чтобы мы с вами просто понимали, что не привязываться к одной серии раз и пользоваться с решением индивидуальных проблем сериями два и продуктами. Ну и правильно себя вести, естественно, в этом отношении. То есть тогда, когда уже мы там сильно загорели, это уже будет поздно. То есть надо сначала средства, а потом уже выходить там куда-то. И то шляпа с большими полями, стараться, может быть, не выходить, если уж это совсем прям ну, какая-то необходимость, что очень редко прям. Ну какая прям необходимость пойти там? Можно сделать так, чтобы не выходить. Да? То есть тут работа нужна больше. Значит, смотрите, про мицеллярку и снимать макияж с области глаз здесь вот категорично нет, потому что все продукты, которые есть у нас в нашей базе, к
компании. Я использую прежде всего на себе и на сотрудниках, которые рядом. Естественно, я общаюсь плотно с консультантами и лидерами и собираю информацию. Что хочу сказать про мицеллярный эрозион? Пока не от себя, пока по инструкции, пока в законе, скажем, да? В коробочке мы предлагаем инструкцию, и там написано. Да, вы можете использовать для любого типа кожи, это универсальное средство, которое очищает и тонизирует, но есть но. Не использовать на зону вокруг глаз и губ. Вот. Очень тонкая и очень глубокого проникновения продукция, которая не должна там появляться. Ни для кого не секрет, у нас есть в компании только два продукта, которые прошли тестирование и исследование по уходу и проведению демакияж с области века и губ. Это двухфазная жидкость, да, и три в одном. Они у нас идут, вот прям вы их хорошо знаете по цвету. Часто они у нас со скидкой, часто они представлены в декоративной косметике. Сейчас вот попробую найти вам в 12-м каталоге. Средство для снятия водостойкой косметики идет у нас, к сожалению, без скидки 460 рублей, выглядит вот так. Вот наша двухфазная жидкость. Вот. Только эти два продукта мы можем с вами использовать как для себя, так и, собственно говоря, я вам очень настоятельно рекомендую использовать для проведения мастер-классов в своих структурах и не только. Может быть, это какие-то семинары вы будете проводить. И говорить нужно об этом. Почему? Потому что они специально проводили исследования. То есть те компоненты, которые вошли в состав данных продуктов, они абсолютно не вредны для слизистой. Но, опять же, мы же не говорим напрямую использовать. Пусть вам средство попадет. Но если вдруг оно попадет на слизистую, то ничего страшного не произойдет. Хорошо? Вот. Это то, что касается мицеллярки. И мои собственные рекомендации. Когда идут продукты 2 в 1, 3 в 1, 5 в 1, дополнительно продукт, если есть, у вас есть огромная возможность приобрести продукты со скидкой, в подарки и так далее, и так далее. Вы обязательно приобретайте их для проведения мастер-классов. Там, где нет тоников, тоники мы берем. Любой, с учетом возраста, например. Да? То есть, если это вот как мне тут пишут, это... возраст уже за 50, значит, соответственно, чем больше смягчения, чем больше мягкого, компетентного ухода, тем лучше будет ваша кожа. Вот. То есть не нужно останавливаться на одном продукте. Это даже неправильно. А это про мицеллярку. Так, у меня спросили, чем отличается мицеллярная вода и мицеллярный лосьон, что ответить? Наш лосьон же только для лица, а не для век. Да, совершенно верно, вы правильно ответили. Не отличаются они абсолютно ничем практически, просто это универсальный продукт, очень тонкий, очень глубокого проникновения. Вот, поэтому, собственно, здесь только основные меры, ну, наверное, правильно сказать, будет предосторожность. Он не рассчитан для ухода за кожей век. Вы просто понимали. Да, универсальная мицеллярка, хорошая, качественная, хорошо бы проводить мастер-класс. Но есть одно но. Мы же делаем это для себя, прежде всего, да, и наша кожа, она нам подсказывает. То есть вот мне кожа, например, подсказала, что молодец, Ирина, хорошо, ты провела прекрасное очищение, но у меня появилось чувство стянутости на второе использование. Хотя кожа у меня комбинированная. И я вынуждена была взять себе для сухой кожи тоник для сухой кожи и розовый из Optimus, прекрасно себя чувствует. Очень хорошее для очищения. Вот. То есть тоники, они еще выполняют роль генерального уборщика. Какая бы мицеллярка там ни была супер-пупер, когда я взяла в руки ватный диск, немножечко извлекла из пузыречка тоник для очищения, прошлась, и вы знаете, у меня остатки декоративной косметики остались на ватном диске. То есть до чистоты полностью ватного диска. Вот это вы должны сами себе понимать. И на мастер-классе сами прочувствовать, через себя пропустить, конечно же, все это. Вот. Следующий вопросик. Нет, вместо тоника не подойдет. Не подойдет. Тем более возрастная кожа. Там очень мягкая нужна. Что-то вот прямо на основе масла. Крем для век True Perfection очень классный, да, совершенно верно, очень довольна
женщина ваша, и на самом деле, ради Бога, пусть. То есть есть результаты, очень здорово. Угу. Ну, правильно, здесь уже люди сами пишутся на индивидуальное, да, если мы говорим про молочко, для сухой кожи, да и для жирной кожи, все очень, бывает, знаете, жирная кожа в состоянии обезвоженном зимой, и молочко прекрасно подходит, вот прекрасно. И еще про аппарат, не забудьте, пожалуйста, Кинпро у нас аппарат, поэтому, пожалуйста, все мастер-классы возьмите для себя, люди должны знать качество этого продукта и качество самой техники очищения. И вот любые деньги отдадут. А у нас еще он и по достойной цене идет. Утяжелять веко. Значит, смотрите, может ли крем для век из серии... Из какой серии? Ну, про True Perfection. Просто понимаете, когда я веду вебинар, я не смотрю, что вы мне пишете в чате. Извините меня, конечно. Вот, но если, давайте так, любой крем может утяжелять, неважно из какой серии, если мы его неправильно нанесем, используем, да, то есть мы общее количество крема на зону одного глаза, вот, например, правый глаз, и мы работаем с ним, мы взяли за спичечную головку, чтобы вы понимали, какое количество, перенесли на пальчик безымянный, и аккуратно у вас должно лечь порядка 6-7 капелек, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все. И также аппликационно, аккуратненько крем перебирается, переносится. На подвижную складку не наносите. Никакого утяжеления не будет. Много нанесли, крем перешел на подвижную складку, он может даже попасть на слизистую. Ну, будет некомфортно. Будет и тяжело, и попадет на слизистую, и начнется раздражение. Может быть. А в каталогах нет пилинга. Клиенты просят пилинг. Ну, здесь вот... Я не знаю, что вам на этот вопрос ответить. Посмотрите, пожалуйста, кислотные у нас там в сериях есть процедуры, природные такие, да? То есть физически нет скраба, а вот такие вот гелевые, которые расщепляют эпидермис, верхний его слой, можно поискать. Ну вот какие тут рекомендации? Вот смотрите, скраб для лица у нас есть в малинке, кстати, в 12-м каталоге, он идет очень с хорошей скидкой, код его 313-04, если вы меня слышите сейчас, да, еще не покинули наш вебинар. И опять же хочу вернуться к аппарату. Ну зачем вам скрабы? Ну вот нет в каталоге скрабов, ну обновляется, но у нас же есть замечательный аппарат. Он 8 раз эффективнее, чем любой скраб. Вот. Включил он сам, там вам работает, кожа гладкая, идеальная, крем впитывается, прекрасное очищение. Вот. Так, ну где еще вопросики? Так, это вы со мной работали, я так понимаю. И... Так, ну и давайте, может быть, по свежим тут вопросов уже нет, в конце. Так. Не-не-не, ну подождите, химический пилинг, да, в коллагене ночная сыворотка, нет, мои хорошие. То, что активаторы, они так не работают, нет. Отшелушивающая маска, вот они могут так работать, а вот активаторы нет, они усиливают действие крема. Так, здесь, так, моей дочке 15 лет, порекомендовали использовать мицеллярную воду, пользуются. Кто порекомендовал вопрос? Вот понимаете, девочки 15 лет, это хорошее очищение, если комбинированное или там с воспалительными элементами кожи. Я бы, например, нашу мицеллярную, смысла нет. Ну, во-первых, дорого, это раз. Во-вторых, те компоненты, которые входят там в белый трюфель, вот эти дорогие, нет смысла. Прекрасно умываться чайным деревом, малинкой опять же таки, что у нас тут? Алоечка очень хорошая, умывальная, очищающая система. Смотрите, как бы я не могу вам сказать нет категорически. Ну, как бы не вижу в этом смысла. А да, пилинг есть с виноградными косточками, но это больше маска-пленка, но она менее такая
более щадящее, скажем так. Но это один из вариантов, да, согласна. А с витамином Е, скраб, если он остался. А, точно, в серии у нас же поменяли серию с витамином Е, да, вполне можно. Можно. Но, опять-таки, давайте вот на аппарат. Ну, так мне хочется вам его порекомендовать. Вы мне напишите хотя бы, кто-нибудь пользовался аппаратом и рекомендацией. Вот чувства, вот ваши чувства, мне интересны ваши эмоции. Вы пока мне пишите, а я отвечаю на следующее. Вернут ли микробразию? Я думаю, что нет, потому что мы плохо с вами его продавали. Очень плохо продавали, система была профессиональная, я хотела сказать полупрофессиональная, нет, она была профессиональная, люди ее не поняли. Понимаете, когда мы идем в салон, это одно, а когда это дома, это другое. И люди пользовались ей, кто в лес, кто по дрова, поэтому нет. У нас брали косметологи профессиональные, прям в салоне делали эту процедуру, поэтому расстроила. Можно использовать аппарат ежедневно? Можно, мои хорошие, ежедневно. И скажу больше, еще и порадую вас. Это информация, что можно использовать и для чувствительной кожи. Там же две насадки. Там есть одна мягкая-мягкая, а есть одна такая хорошая. Но для меня и хорошая мягкая, мне кажется, очень щадящая. Так, да, пользуйтесь. Кожа намного лучше. Конечно, лучше. Да просто супер не то слово, ребят. Супер такой, что просто. Вот. Молодцы, очень молодцы. Скраб не нужен, да, аппарат. Почему я говорю, что какой-то скраб, вот с ним там, нет, ну, скраб, конечно, я вообще не имею права такое говорить, этим пользуйтесь, этим нет, каждому свое, но аппарат хорош, но очень хорош. Да, действительно так. Ну вот, видите. Про пудровый скраб «Королевский бархат» ничего не могу вам сказать. Я думаю, что тут, знаете, как продукт продукту, ну, он очень нежный был. Пудровый, он, конечно, хороший. Понятно, что он там, вот он для кожи, он никакого вот прям там, прям вот нежный, но вот тоже как-то, знаете, когда, видимо, не было альтернативных продуктов, значит, еще и аппарат этот вышел у нас, я думаю, что... Молодцы. Мои рекомендации, показывайте это на мастер-классе. Вот. И я думаю, что, понимаете, когда мы провели такую обалденную просто процедуру очищения через Кинпро, кремы, сыворотки, вот вся серия дальше у вас идет, народ будет визжать от восторга. Они от вас не отстанут. Они скажут, вот как вы мне делали, вот это полностью мне сделайте баловый заказ. Вот, вот совершенно верно. Сразу же говорят, беру. Конечно, беру. Мои хорошие, пришло время нам уже с вами прощаться, вот, потому что у нас все по времени, и комнаты по времени, и залы по времени, все работают, все как пчелки, мы готовимся к продажам, да. Вот, поэтому вам, собственно говоря, тоже желаю самого важного, хорошего настроения. Кто едет на конференцию, welcome. Хорошего вам там времяпрепровождения. Оторвитесь там за нас тоже, приведите нам кучу новостей, нужных, важных для нашего бизнеса, для нашей работы, да, сотрудничества компании Reflame. Прям вот каждую минуточку дорожите ей. Любите нашу продукцию, делайте продажи, говорите больше нашей продукции, говорите вкусно, так как вы любите ее, вот как для самой себя, вот как бы вы хотите вот для самой себя, вот так и делайте. Я вас очень люблю, я рядом, если нужно, я отвечаю на ваши вопросы максимально быстро, исключая момент отсутствия меня в офисе, около компьютера. А я нам всем желаю хорошего настроения, продолжения лета и готовимся к сезону продаж. Куча времени у нас с вами для этого. А скоро праздники. Мы с вами лучшие, об этом не забывайте. Люблю, целую вас. Пока.